Психически нездоровый мужчина мешает жить соседям и грозится их отправить в рай. Об этом рассказали жители одного из домов Копейска. По словам людей, недавно мужчина ходил с ружьем, а позже грозился устроить взрыв. Все, давай, Дима, ложись, мы сейчас маму вызвоним твою. Я раньше поступал очень плохо. Это последняя его истерика. По словам местных, все началось 3 года назад, когда он переехал сюда с семьей. Но супруга сбежала и забрала детей. С тех пор у него начались истерики. Извините. Дима, давай ложись. Я раскаиваюсь, все, честно говоря. Семья, по словам соседей, с ним общаться не хочет, боится. В психушку его также забрать не могут. Люди надеются, что им хотя бы поможет полиция, ведь жить с таким соседом просто опасно.